Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня я вязать буду только потому, чтобы что-то было в кадре. Вяжу я вот эти вот тапочки с сердцем на День Святого Валентина, видео будет завтра, девчонки. Просто мне сейчас нужно три ряда провязать ровно, но на самом деле видео будет не об этом, а видео будет по поводу поговорить. А поговорить мне нужно с вами, знаете, о чем? О продажах наших вязаных изделий. Это для меня стал вопрос продажи, потому что я вяжу много вещей как бы по вашим просьбам, да, что ни в коем случае не в упрек, наоборот, мне это интересно, я сама это хочу. Есть вещи, которые мне просто интересно с ними, да, разобраться и попробовать, получится ли у меня, поэтому ни в коем случае не в упрек, я с удовольствием это делаю и буду делать, и буду продолжать слушать ваши советы и просьбы ваши, все будем делать, все будем вязать, все будем проверять, и все будет. Вот, единственное, что у меня накапливаются эти вещи, которые я вяжу, да, у меня собралось достаточно уже, ну, небольшое, ну, 6-7 вещей, я считаю, это уже довольно большое количество, которые я бы с удовольствием продала, и лучше бы на них купила пряжу какую-то, правильно, на эти денежки. Вот, поэтому для меня встал вопрос продажи, когда я начала над этим задумываться, и вот спасибо большое, Марина, Ника, у меня под видео написала мне, продайте на сайте Etsy. Первый раз об этом слышала. Я вчера посмотрела. Вот спасибо вам за комментарий, за совет. Огромнейшее спасибо. Вот. И я вчера залезла на этот сайт. Я просмотрела все. Девчонки, на самом деле, это находка. Вот правда. Для вас, для меня, для нас всех. Я знакома с такими сайтами, но я работала с чешским сайтом раньше, когда шила, то есть я продавала свои вещи, которые шила я. Вот сейчас я не шью, это тема для отдельного разговора, только, ну, то есть шью на бытовой машинке. У меня нет уже промышленных, я их уже продала больше чем 2 года назад, поэтому нет мастер-классов, но я же говорю, об этом не будем сейчас. Вот. Но вязаные вещи я бы с удовольствием бы продавала, потому что не, распускать мне не хочется, это бессмысленно. Маленькие, да, вещи я раздариваю, я посылаю на вот этот приют для животных, где девчонки продают. А большие вещи я бы с удовольствием, правда, бы продала. Вот, поэтому и считаю, что и вам бы, девчонки, не мешало бы каждой завести такое... свою страничку на этом сайте и тоже продавать. Но сейчас прошу откликнуться, девчонки, пожалуйста, пожалуйста, те, кто, у кого есть странички на этом сайте, кто действительно этим занимается, и продаете ли вы. Ну, я думаю, по моему как бы мнению, сейчас я вам выскажу свое мнение, вы, конечно же, можете его оспорить, потому что это просто мое видение, у вас оно может быть совсем другим. И, так как я живу в Европе, Европа не очень рукодельная страна, ну, то есть, нет, они что-то делают, ну, совсем такое прям примитивное по мелочам, вот, правда, очень мало людей вяжут, очень мало вяжут на таком уровне, да, на котором, ну, в общем, уровень связать себе свитер у них, это что-то из цикла фантастики, вот, на таком элементарном уровне они вяжут, поэтому нет и магазинов как бы с большим выбором ниток. Все подстроено как бы под их потребности. Ну, это понятное дело. Я думаю, соответственно, Италия, Германия то же самое. Вяжут наши женщины. Вот те, которые наши здесь, из Советского Союза. Вот. Наши женщины умеют, наши женщины привыкли, наши женщины экономны и поэтому ищут способ, да, и одеться покрасивше и подешевле. Но это наши, вот. У них такого нет. Но, тем не менее, при этом они очень ценят ручную работу. И плюс еще они...
ценят натуральные ткани, натуральную пряжу, в общем, натуральный материал. Вот. Поэтому, что хочу от себя сказать, если там же получается этот сайт работает по всему миру, это огромный плюс, потому что платежеспособность покупателей разная, да, в каждой стране. Поэтому вы можете себе позволить купить хорошую пряжу, да, шерстяную, связать красивые красочные носки, варежки там, снудики, шапочки, и не обязательно там продавать большую вещь, да, достаточно интересно, симпатично связать вот такую мелочевку, вот, и попробовать выставить. Это может быть очень хорошим дополнением к основному заработку, при том, что вам это будет приносить удовольствие. Вот, если вам интересна эта тема, я сейчас, не сейчас, а я разберусь с этим магазином, своим интернет-магазином пряжи, потом я разберусь с этим сайтом. Пока я решила все вещи складывать, я потом уже их все вместе выставлю, разберусь в нюансах этого всего. Если вам интересна эта тема, вы мне тоже обязательно напишите, вот. Если бы вы это хотели делать, я потом сниму просто пошагово, как зарегистрироваться, как вложить товар туда, как это все сделать. Потому что я же говорю, с такими сайтами у меня есть опыт работы, просто именно в нашей стране. Есть же такой сайт, девчонки, в России «Ярмарка мастеров». Я согласна, но в чем минус этого сайта? В том, что он по России. А в России у нас практически каждая женщина вяжет, но единицы не вяжут. А так, ну, носки, во всяком случае, вяжет каждая женщина. Ну, практически. Вот. У них же, ну, не знаю. Но я не видела, девчонки, не видела пока за свои 20 лет в Чехии. Я не видела чешку, которая умеет вязать носки. Вот честно, один раз я свою коллегу с работы научила вязать крючком самые простые столбиком без накида шапки и снуды, и на этом было все. Вот, поэтому они не умеют. Единицы только, не говорю, что все, единицы. А одна, помните, одна меня учила, вязала вместе со мной, это на другой работе было, вот видите, я забыла. Одна была чешка, которая носочки вязала, я еще по ее способу видео там сняла давно уже. Вот, так что было-было, наврала вам. В общем, девчоночки, если вам интересно, вот, я к чему это все говорила, опять же запуталась, перескочила на другую тему, к чему я это все говорила? К тому, что на этом, если сайт международный, есть покупатель, который это оценит, и у которых есть деньги это купить. Вот, теперь просьба. Напишите мне, кто там продает вещи. Напишите мне, опишите, пожалуйста, я с удовольствием почитаю. Поделитесь опытом, как это все там, продаете ли вы, сколько продаете, выгодно ли продаете. Вот все нам будет интересно почитать, вот я думаю, и мне, и девчонкам другим. Вот, пожалуйста, поделитесь опытом, а я думаю, что это очень хороший сайт. Во всяком случае, стоит попробовать, я так считаю. Я попробую, и я вам об этом скажу и расскажу обязательно. И я попробую свои вещи продавать, вот эти вот. Потому что мне на самом деле, мне много вещей очень интересно сделать, да. Я такой человек азартный, да, я вот увидела вещь. О, класс, я точно так же и в шите, когда я шила, я увидела, да, мне нужно это сделать, мне нужно это повторить, я должна это сделать, я должна уметь это сделать, вот. И вот этот азарт меня сподвигает на то, чтобы это сделать, да, а потом по итогу получается, что эта вещь-то мне и не нужна, вот. И отдать, просто подарить, это очень дорого, потому что я деньги потратила на пряжу. Вот. А человек, когда получает подаренную вещь, он ее так не ценит. Если, ну, вот в отличие от того, если он эту вещь купит, да, я сужу по себе. Вот если я купила марафон похудения, то я похудела.
А если бы я худела сама, я бы не похудела. А раз уж я заплатила деньги, значит, я должна, просто обязана за эти деньги похудеть. И точно так же со всеми другими нюансами. Ну, в общем, я думаю, что это для нас очень хороший способ заработать, девчонки. Давайте будем пробовать. И я хочу услышать ваше мнение. И у кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста, с нами своим опытом. А мы уже потом все вместе как-то будем эту тему развивать. Все, а на сегодня, девчонки, все. Видео вот этих тапочек будет завтра, подробное для новичков. Вот, я жду ваших мнений по этому поводу. Все, всем пока, с вами была Вика из школы рукоделия.